Приветствую, друзья. В ближайший четверг, 22 числа, у нас будет необыкновенный вебинар, потому что там будут и новые приемы, и как быть самим собой настоящим, хотя бы 5 минут за закрытыми дверями. Хочешь плакать – плачь, хочешь смеяться – смейся, хочешь грустить – грусти, хочешь лезгинку танцевать – лезгинку танцуй. Хочешь песни петь, песни пой, а хочешь что-то делать, еще что-то делать. А вот смотрите, мне мой друг из Италии принес подарок. Потому что в нашей школе «Человек будущего» Homo Futurus очень много участников из разных стран мира. Конечно, из Италии тоже. И, конечно, из Болгарии, и, конечно, из Германии, и, конечно, из Америки, и, конечно, из Украины, конечно, отовсюду, из Белоруссии. И очень много участников, и мы все занимаемся созданием науки человечности. Наука человечности, она включает в себя и метод саморегуляции «Ключ». И там есть такие вот контенты, такие приемы, такие правила и критерии новые, которых раньше в мире не было, которые позволяют человеку побыть самим собой хотя бы 5 минут за закрытой дверью и восстановить себя от всяких неприятностей, в которых иногда мозг зависает. Допустим, печаль, тоска, депрессия, чтобы включить эндорфины, и так далее, и так далее. А вы посмотрите на мою картину глазами Вселенной. Да, какие глаза очаровательные. Вообще мне говорят о том, что мои картины, они очень всем интересны, потому что у меня авторская живопись, а это мой любимый конек. Почему, когда я говорю о картинах, мне так и хочется показать, например, в книгах мои картины, там вкладки. Ну, я, собственно говоря, в книгах свои картины ставлю не потому, чтобы показать, что я член Союза художников и так далее. И мой сын Олен член Союза художников и так далее. Он еще и психолог. А я показываю для того свои книги и там свои картины, для того, чтобы вы понимали, что метод «Ключ» открывает творческие способности. Открывает творческие способности и позволяет человеку заниматься решением тех проблем, которые раньше были недоступны для его состояния, в котором он сегодня находится. Дело в том, что сейчас выйдет и новая книга моя, и не одна. И выходит уже новая книга нашей Наташи Кузьминой. Мы всем покажем эти книги, все будут читать эти книги, все будут довольны. Я еще вам хочу вот что сказать. Обратите, пожалуйста, внимание, что когда я рисую глаза, посмотрите, эта вот картина называется, как я сказал, «Глазами Вселенной», а там вся Вселенная и есть, если вы внимательно посмотрите. И поэтому, когда мы будем проводить вебинар, заходите, заходите, заходите и приведите туда своих подростков, детей. Детей приведите, если вы мамы или папы, или бабушки, или дедушки, племянников там приведите, своих внуков приведите, которым уже за 17-18 лет, у которых есть какие-то проблемы. Ну, например, проблемы с заиканием, ну, например, проблемы с бессонницей, ну, например, проблемы робости перед экзаменами, ну, например, проблемы зажимов перед соревнованиями, ну, например, проблемы несчастной любви, такое же тоже бывает у молодых людей, правда? Ну, там я все вам покажу и расскажу. Давайте. Вебинар, как обычно, у нас будет 1000 рублей. Не больше, потому что больше мы не делаем для того, чтобы больше людей узнали наши уникальные приемы, которые каждый раз мы ставим все новые и новые, и вы их изучаете и пользуетесь потом всю свою жизнь, где бы вы ни находились, или перед полетом в самолете, или в подводной лодке, или если у вас случилась какая-то трагедия.
если вы стоите, сидите, лежите, ходите, бегаете, прыгаете, вы можете применить эти приемы. Итак, до встречи, друзья. До вебинара.